Что с репортажем? Сан-Франциско, Форт-Росс. На тему перезагрузки отношений между Америкой и Россией. И все. В начале 19 века не только Аляска, но и часть Калифорнии принадлежали России. Дима и Фима едут в Америку делать репортаж. Ты лучше взгляни своим операторским взглядом. Похож? Дмитрий Сергеевич, а у тебя случайно родственников среди декабристов не было? Welcome to America. Thank you. I'm from Moscow. Yeah, ma'am. Я Марго, ваш новый звук. А что это было, Сергеич? Это прошлое, Фим. Гайс, вы что задумали? Короткий бросок в прошлое. Взять ее. Дима! Невесту вашу на корабле, наверное, планят. Русские не ждут нападения с моря. Мы этим и воспользуемся. Пытаемся историю целой страны править. А нам бы со своей жизнью разобраться. Кто? Кто этот человек, который научил женщину бить мужчину прямо в смысл жизни? Давай, гони! Пираты готовят нападение на форт. Потому что ты герой. А герои всегда должны что-нибудь исправлять. Амор, ну? Мы утонем в 820 году! Зато мы утонем в чистом море, без нефти и экологических катастроф!